Мусульман Дагестана поздравил в Рио главы республики Владимир Васильев. В тексте телеграммы, в частности, говорится, цитата, «Этот священный месяц обращает верующих к нравственным основам ислама, справедливости, любви к ближнему, совершению добрых дел и оказанию помощи нуждающимся. Убежден, что конструктивное взаимодействие органов власти и религиозных объединений позволит сделать жизни наших граждан лучше, нравственно чище и добрее, а общечеловеческие ценности ислама послужат взаимопониманию между людьми и укреплению нравственных устоев общества». Конец цитаты.